Как говоришь, твои стероиды называются? Растишка. Ну, я этому деду и говорю. Убийцу найди нам. Хули ты приехал? И вот он фото мне дал. Пуговец! С плешью на лопатке! Ты прав, это пуговица, вот только... Какая нахуй плешь на лопатке? Это пуговица, которую спиздил золотой таракан Шигейчи перед смертью. И я показал ее деду, он сделал фото, дал снимок мне и сказал, что это поможет нам выследить убийцу и ушел к моей мамке. К моей? Опа, откуда звук? А, Коичи, не хочешь перекусить? Зайдем в обувную лавку. Ха-ха, подъеб опередил события. Фото пуговицы. Сегодня заходил идентичный долбоеб с такой же фотографией. Попросил пришить ее к пиджаку. Фотку? Да. Сказать имя. Блять, отравленный. Сука. А это что такое? Одна из моих способностей. Она пробудилась у меня во время игры. Кроссаут. Кроссаут. Это бесплатный онлайн-экшен, в котором можно создать что угодно. Например, бронемашину, нашпигованную взрывчаткой, подобно моему Shirt Heart Attack, и разваливать ей других игроков. Смогу ли я отстрелить тебе колеса или оружие, чтобы ты остался абсолютно беспомощным? Да, в Кроссаут важна каждая деталь. С оружием, броней и модулями можно экспериментировать. А чтобы получить новые технологии, нужно улучшать отношения с фракциями. А если у меня есть друг, я смогу с ним создать огромного непобедимого составного робота? Сможешь. Кроме Чё? Этого, на карте мира ты найдешь разные задания. Бои с другими игроками. Тогда меня временами интересует, но проходит 15 минут и интерес пропадает. Королевскую битву, сражения с боссами и сюжетный режим. А также в Кроссаут постоянно проходят особые ивенты. И прокачивай Battle Pass, чтобы открывать новые детали и чертежи. Качай Кроссаут бесплатно по ссылке в описании и получай ценные бонусы. Джотаро-сан, Маничелло забирает пиджак. Подожди, слишком подозрительно, он как будто заманивает нас. Блять, зацепился. Это явная ловушка. Джотаро-сан! Он же сейчас бежит! Блядская вешалка! Подойдем к нему, и мы трупы! Может, тогда дистанционный пиздах отвесите? Да похуй, так возьму. Он вышел, Джотаро-сан! Джотаро-сан! Сто Протина! Саварду! Время возобновило свой хуй. Просрал! Что? Что вы сделали? Для чего вы останавливали время? Чтобы чихнуть. Вы потратили таймстоп на это? Зачем? Что успел за 2 секунды сделать, то и сделал. Чепуха ты в кепке. Экос, таймстоп! Ты охуел? Нужно бежать за ним. В этом нет нужды. У нас уже достаточно информации, чтобы вычислить убийцу. Посмотри на вешалку. На ней нет пиджака. Он его забрал. Это значит, что он собирается его носить. У него есть стенд. Я понял это по смерти обувного деда. Старик сделал 4 глотка. Стенд. У деда разорвалось ебало. Заметил? Слово «стенд» в этой цепочке. Следовательно, теперь мы выходим на улицу и ждем, пока этот стендоюзер к нам притянется. А узнаем мы его по пиджаку. Сюда смотри. Я говорю, сюда смотри! Коичи, посмотри в деда! Да нахуй мне это надо? Мне? Сюда смотри! Сюда смотри! Сюда смотри! Чистосердечный приступ не имеет слабости. Ну я этому жёстко и говорю. О, блядь. Ну я этому деду и говорю. Джотаро-сан! Джотаро. Сто Протина! За Варду! Яра-яра, да-зда. Так вот, говорю деду. Карса разрубил! Вот всей швали моих преследователей, моих завистников. Вы думаете, что человека, который вот до такой степени
Точно. Исследуя тему спокойной жизни, можно выследить? Вы думаете, что я вас не переиграю? Что я вас не уничтожу? Я вас уничтожу. Этот мем. Надел носок наизнанку? Ему вообще, что ли, все равно? Что? Ну и каков член на вкус? О, кажется, подъем опередил события. Вот оно что. Да, вот оно откуда. Так, ну вроде в конце ничего нет уже. Ну да. Блять. Ну и каков член на вкус? Сука. Ну, было клево. Спасибо за просмотр, надеюсь, понравилось. Пиши комментарии, ставь лайки, смотри другие видео и залетай на стримы. До скорой встречи. Пока.